Есть! Ура! Пока! Хаги! О, где я? Ребята, баг! И всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмит Розы. Мы сегодня будем продолжать играть в игру под названием Poppy Playtime. В сегодняшней серии я бы хотел найти абсолютно все кассеты, которые есть в игре. Немножечко послушать вообще сюжет, что это такое. И разобраться во всей истории Poppy Playtime. Давайте же будем стартовать. Мы уже проходили эту игру 3 раза. Первый раз мы проходили по сериям. Можете заглянуть в плейлист, посмотреть. Второй раз это было прохождение за одно видео. Ну и последнее видео по Poppy Playtime. Это было прохождение с ультра-графикой, красивой, хорошенькой. Давайте же будем начинать плей. New Game, Chapter 1. Значит, тут нам рассказывают в этой предыстории, что мы, бывший работник этой фабрики, вернулись разобраться, что же здесь происходит. New Game. Так, смотрим. Тут можно, в принципе, это скипнуть, и давайте лучше послушаем, да? Да. Poppy gives her answers. Mm-hmm. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Короче, рассказывает то, что Poppy это кукла с искусственным интеллектом, которая свободно может заменить вам целую подругу. Вот. I love you. Можешь почистить мои ботиночки? Как реальная девочка описывает ее, да? Ее волосы очень крепкие, не сыпятся, ничего такого. За $6 можно купить. Playtime! If you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours. Factory toys. За $3 можно попасть на эту фабрику, посмотреть, как создаются там все эти игрушки. И вот это Poppy. Мак. Мак. Да, в переводе Poppy это мак. Не Макдональдс, а Мак такой, который цветок. Poppy Playtime. Мы стартуем. Так. Ага, ты. Find the flower. Найди цветок. Возьми цветок. Письмо, кассета видим, да? Прошло как будто 10 лет. Но они все же остались. Что типа того. Окей, мы стартуем, мы начинаем. Предыстория. Мы посмотрели предысторию. Послушали немного о Poppy вообще. Кто она такая? Что это за кукла? Искусственный интеллект. Она свободно вам может заменить подругу. Так, у меня графика вроде как ультра. Графика стоит. Я не знаю, пока что не глючит. Поэтому будем с ней играть в сегодняшней серии. Подбираем первую кассету и вставляем ее в проигрыватель. Вот она зелененькая, прям на ресепшене. Так, смотрим, что это тут у нас. Так. Так, это была первая кассета. Если я не ошибаюсь, этот мужичок нам рассказал про то, что хоть эта фабрика и заброшена, по всей фабрике расставлены камеры, которые следят за безопасностью. И, короче, такие вот дела. Видим мы, как они следят. Очень хорошо следят, что тут Хаги-Ваги пытаются нас завалить.
Так, зеленый, розовый, желтый, красный. Это там у нас на паровозике была эта штукенция. Можно посмотреть цвета. Мы двигаемся дальше. Еще одна кассета. Вот она здесь, синенькая. Опять же, возле компьютера. И мы ее вставляем сюда. Без нее, кстати, игру никак не пройдешь. Ведь нам надо полюбить этот грэппэк. Playtime. Грэппэк. Грэппэк, грэппэк, грэппэк. Вешается как рюкзачочек, ремни, значит, аккуратненько регулируются. Берется в ручоночки ваши, рученцы. Можно подвигать себе ящички. Вот, отодвигать, тудым-сюдым, если зажать. Это мы все знаем, мы уже им пользовались, да? Маленькие предметы. Ни в коем случае не надо в голову целиться, потому что может нечаянно оторвать, да? Совсем случайно. Так, thank you. Use your grab pack responsibly. Ну давай, давай мой grab pack. Дорогу! Открывайте, открывайте мне мой grab pack. What's the time? Play time. Время веселиться. Так, я взял свой grab pack. Мы двигаемся дальше. Две кассеты мы уже нашли. Сейчас будем искать еще другие, потому что, честно говоря, на все 100% не знаю, где они находятся, но я бы очень хотел их найти. Чик-чирик, чик-чик. Идет у нас загрузочка прогресса нашего. Прогресса. Откроется мне дверь вроде. Должна или я опять надо зажать? Не. Все нормуль. Хаги. Хаги-ваги. О, он чуть покрасивше выглядит, да? Или у меня графика такая средненькая? Ну-ка, сейчас я зайду в настройки. Settings. Не, у меня графика хорошая. А почему же у меня тогда в прошлой серии он выглядит очень как-то убого? Кто мне скажет? Привет, Хаги, пятюньку, как всегда, по стариночке даю. Пац. Пятюнька есть. А, и кассету нам сейчас надо желтенькую найти. Она где-то на складе, я так полагаю. Сейчас будем все смотреть. Хаги, ты красивый стал. Реально стал красивый. Бац, ключенцы. Открываем power. Power, power, power. Power, power, power. Так, ну что же, что у нас здесь? Тут я кассеты нигде не видел. Да, и я думаю, что ее здесь и нет, толком говоря, да? Так, открываем чикс. Бац. Ту-ру-ту-рум. Ту-ру-ту-рум. Пам-пам-пам. Есть электричество у нас. Сработало? Нет? Вроде бы должно было. Что там не работает? Я не понял. Что за дела? Что-то я не так соединил? Или как это... понимать. Как это понимать, ребятки? Ребятушечки, чё-то как-то... А, боже мой, я же не соединил эту штуку. А уже хочу, чтобы заработало все. Бац. Есть, сработало все у нас. И Хаги, мистер Хаги-Ваги, пропал. Мистер Хаги-Ваги бесследно пропал. Так, привет, Хаги. Давайте по морде ему, что ли, дадим. Бац. И идем сюда. Кстати, вы мне писали, что есть вероятность увидеть, как Хаги уходит. Давайте посмотрим. Вот эта рука. Обернуться. Хаги, ты где? Не вижу я его. Мне писали, что есть вероятность где-то увидеть, как он уходит. Где труба эта пыхтит. Честно говоря, я не видел. Ну ладно, не видели так не видели. В следующий раз увидим. А здесь не желтая кассета. Какая здесь кассета тогда? А, желтая у нас была где-то в начале, по-моему, да? Окей, тогда сейчас будем искать такую бирюзовую кассету нашу, да? Вставляем первую штукенцию и идем искать другие. Зелененькую я уже нашел. Так, сейчас будем еще другие искать, искать, искать. Вот здесь какая-то была, я помню. Вот, желтенькую я вижу там наверху. Желтенькая. Желтенькая у меня есть. Еще красная. Вот она здесь тоже. Давайте попробуем найти кассету, что ли. Очень мне хочется найти кассету также, потому что реально мы ее не находили. Может быть, где-то вот... О, реально я нашел. Где стеллажи? Ёкалэмэне. Почему же я в прошлой серии ее не заметил? Непонятно. Да и вообще в прошлых сериях. Так, отодвигаем, отодвигаем. Сейчас еще эту кассету тоже мы послушаем. Давайте послушаем. Вставляем. Next, next video. Ручище это.
Коробки, что-то про коробки. Sweets, sweets, коробки. Есть же такие свитбоксы, да? Что-то типа того. Бокс, коробочка, свитс, это что-то тоже интересное. Свитс это сладости, я вспомнил, точно. Сладости, сладости. Боксы. Так. Все. Значит, там говорилось что-то про коробки, да? Между работниками был диалог, что очень сложно, коробки, почему их так много? Что-то типа того, да? Работничкам очень здесь сложно работать на этой фабрике. Коробок много, много всякой всячины. И что-то там, sweets, наверное, было, то ли мне послышалось, но sweets это сладости. Бац! В воздухе мы ее поймали и погнали открывать себе следующий путь дорожкой. Хочу даже одновременно попробовать, хотя здесь, мне кажется, невозможно. Надо именно... Мы сдвигаемся дальше, хорошо. В присядочку немного пошли, спускаюсь. Чикс, и тут у нас следующая головоломочка. Следующая головоломочка, которую мы все вместе с вами проходили. Вот так, 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 так. Это у нас number one или number two? Number one. Спускаюсь сюда. Бац, 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 бац. Так, чикс, хорошо, хорошо, хорошечечно. Денджер опасный, я хочу прям, чтобы меня прям подтащило туда. О, сразу затолкала меня туда. Сейчас нас по мусоропроводу вместе с игрушечками этими всеми будет вести наверх. Будет вести наверх. Хорошо. Дыщ. Нет, котопчелка моя, котопчелка. Здесь. Чикс, подтаскиваем. Чудесно, прекрасно. Берем розовенькую кассету. Розовенькую кассету. Хорошо. Идем слушать, что у нас скажет по розовой кассете. И, честно говоря, в прошлых сериях не понял, что они там говорили. Реально что-то непонятное, да? Но там был разговор между мужчиной и женщиной. Сейчас я попробую понять. Magical. Она работница фабрики игрушек. Я бы вернулась сюда обратно. Стареет, стареет и умирает. Да, older, older and die. Какое-то интервью. Правильно, интервью какое-то. Короче, она рассказывала, что она работник этой фабрики, ей очень нравится. И можно сделать вывод, что она работница какого-то высшего класса, да, потому что те работники, которые это все упаковывают, не нравится им работа, а те, которые балдеж, балдеж управляют, ну, конечно же, работа нравится. Короче, там было интервью насчет того, этой фабрики всей. Бац! Обматываем первую штуку, обматываю я вторую штуку. Обмотались, все, обмотались. Сейчас будем красной рукой сжать, красной рукой жмакать. Хорошо, я спускаюсь сразу же вниз, можно спуститься, бац. Аккуратненько, хотя мы себе ноги немножко побили, но все же. Так, жмякаем. Ну же, чего? Есть, заработала фабрика, фабрика заработала. Заработала, заработала. Котопчел создается, котопчел создается. Красивенько все у нас детальки идут. Все у нас чудесно, все у нас прекрасно. Тудым-сюдым. Такая вот красивая фабрика, очень хорошая. Make a friend, сделай друга. А тут что? А тут у нас adapt on
Orphan Today. Вот это я не знаю. Сегодня что-то там. Короче, вы еще можете там перевести мне и в комментариях написать какие-то свои переводы, теории. Я вам, конечно же, сердечки понаставлю от всей души, если, конечно же, есть такие, которые знают English лучше, чем я. А я надеюсь, что такие подписчики есть у меня. Так. Чё вылупился, а? Чё вылупился на меня? Работай, говорю. Работай. Работа идет, работа. Работа идет. Я хочу зажать и этот глаз оттянуть. Ага. Но нельзя. Хорошо. Сейчас будем убегать от Хаги-Ваги. От Хагиса-Вагиса. То есть у меня Хаги-Ваги в прошлой серии тупо не прогрузился как-то, да? Тупо не прогрузился. Я хочу прям поймать этого котопчела, когда он будет ко мне ехать. Ну-ка. Нельзя. О, можно. Хорошо. Вставляю я его сюда, значит. Дыщ. Идет сканировка. Той Экептит. Подходит. Проверенная игрушка. Все подошло. Хаги-ваги, мистер Хаги-ваги, мистер Хаги-ваги. Мы от тебя убегаем, мистер Хаги-ваги. Ты нам не очень нужен. Ты нам не очень нужен, ты злой, нехороший и очень-очень-очень зубастый. Очень-очень-очень зубастый, а мы зубастиков не любим. Так, я бегу потихоньку, я не знаю, правильно ли я делаю все. Ну, вроде как, да, не знаю. Спускаюсь, спускаюсь, спускаюсь я сюда. Заворачиваю, ой. Иду сюда, так, сейчас будем тоже заворачивать. Тун, ту-ру-рун, тун, тун-ту-рун. Музыка такая нагнетающая, вообще обстановка нагнетающая. Хаги гонится. Хаги. Ваги, нет. Пустите меня. Пустите на волю этого зубастого негодяя. Я уже который раз прохожу вот это вот... Этот момент, у меня постоянно какой-то мандраж. Постоянно какой-то у меня мандраж все же остается. Зажимаю. Есть, ура, пока, Хаги. О, где я? Ребята, баг! Я остался на этой штуке, офигеть. Вы это видите? Я боюсь куда-то спрыгивать. Хаги, я иду к тебе. Я иду к тебе. А, нельзя. Ну, блин, это было жестко. Он бы ко мне все равно не добрался. Я от него... Вот так вот интересненько увернулся. Так, последняя кассета где-то должна, мне кажется, быть на этих перилах. Фух, сейчас мы ее найдем. Сейчас мы ее будем находить. Где ты, кассета? Где ты? Где ты, кассетушка? Вот этот Поппи. Поппи, Поппи, Поппи. Чё-то я ее не вижу. Не... О, нашел, ребят, впервые. Подбирается, круто. Хорошо, идемте слушать последнюю кассету и будем тогда уже проходить. Бац. Что у нас здесь? Что у нас? Это за кассета? Ой, у меня гром на улице. Атмосфера, да. Что это такое? Кто-то кричит, эксперимент какие-то. Это прототип сейчас на экране или кто это? Что-то непонятное, походу, да. Капец. И все, запись оборвалась. Короче, какие-то эксперименты на этой фабрике, что-то типа того. Какие-то эксперименты на игрушках. Короче, что-то очень-очень странное, да? Как раз таки вот этот вот прототип, Хаги-Ваги, все эти дела. Это очень-очень странно, очень странно. Ладно, я спускаюсь. Мы нашли сегодня все абсолютно кассеты, все послушали. Я их немного перевел по-своему, как я умею. И заодно и баг нашли такой интересный, где я там вверху вместе с Хаги, точнее Хаги упал, а я вверху остался. Ну, короче, очень интересно, очень-очень интересно. Поппи, привет, я тебя освобождаю. Давай.
Вот она мигает. Иди сюда. Иди сюда. You open my case. Я открыл... ты открыл мой чемоданчик, да, где она только что была. На этом все. Chapter 1 мы прошли всеми кассетами, со всеми кассетами, с ультраграфикой. Не знаю, что еще можно придумать. Какие-то баги, возможно, вы знаете. Что типа того, пишите обязательно в комментариях. Но на этом я пока что с игрой Poppy Playtime первая часть наверняка заканчиваю. Возможно, мы еще вернемся. Кассеты все я послушал, попроходил 4 раза. Очень все понравилось. Жду Chapter 2 на Android. Спасибо всем за внимание. Всем удачи, всем пока-пока.